Вы знаете, в нашем городе проживает очень много острых на язычок кировчан. Но иногда кто-нибудь выдаст такую дерзость, что прям как мокрой тряпкой по лицу. Рубрика «Дерзость дня». Слышь, ты че такая дерзкая, а? Зайду издалека, начну с информационного фона. В нашем городе довольно давно идет словесная бойня между застройщиками и общественностью. Застройщики хотят понатыкать в исторической части города высоток, люди, естественно, против. Внезапно на стороне народа выступил глава города Владимир Васильевич Быков. В исторической части я считаю, что строить высотки пора прекращать. И вот на встрече с архитекторами, которые, собственно, эти высотки-то и проектировали, кто-то из кировчан задал вопрос. Вам что, уже мнение главы города не указ? В общем, смотрите сами. Или нам глава города входит в заблуждение, или для вас, уважаемых людей, решение не указ? Или как? Слова главы города не указ. Не указ. Это архитектор Константин Павлов. И мнение главы города ему... Слышь! Ты что такой дерзкий, Хотя, с другой стороны, чье мнение будет учитывать человек, который в сериале «Во все тяжкие» играл наемного убийцу? Ему ж вообще никто не указ. Ну, в общем... Архитектор Константин Павлов. Дерзость дня. Слышь, ты чё такая дерзкая, а?